Пучина наконец-то разверзлась. Большевизм победил. Это было очень просто. Временное правительство и Всероссийский совет были свержены так же легко, как и царский режим. Петерим Сорокин. После победы большевиков в октябре 1917 года Сорокину, активному члену партии эсеров, настоятельно советовали уехать из Петербурга как можно скорее. Он не посчитал это возможным. В редакции моей газеты я написал свою первую статью о победителях, определяя их как убийц, насильников и грабителей. Я подписал эту статью своим полным именем, несмотря на протесты моих коллег и даже наборщиков. Петерим Сорокин подписал не статью, а собственный смертный приговор. Несмотря на то, что у него были, как мы сегодня услышали, жизнь была наполнена бурными и очень часто отрицательными событиями, совершенно верно. Элеонора Анатольевна подчеркнула, что сам он оставался человеком глубоко гуманистическим по своим, даже не то что взглядам, а мироощущениям. Вот это вот мироощущение, которое говорит о том, что его окружают люди, а не просто некие субъекты, какие-нибудь там единицы, да, или, как мы говорим, население. Не просто население, это люди. И у них есть, конечно, очень важное качество, которое делает их всех ценными. Вот это понятие ценности человеческой, вот это главное понятие Сорокина. Товарищи рабочие, так вел речь Ленин, забирайте фабрики у своих эксплуататоров. Товарищи крестьяне, берите землю у своих врагов-помещиков. Бедняки, вы голодаете, когда вокруг вас плутократы и банкиры. Почему вы не захватите всего этого богатства? Крадите все, что было украдено. Безжалостно разрушаете капиталистическое общество. Долой его, долой правительство, долой войну. Да здравствует социальная революция, да здравствует классовая война, да здравствует диктатура пролетариата. Громкая речь всегда вызывает живой отклик. Именно сейчас это Евангелие для преступников, лентяев, грабителей, паразитов и всех неуравновешенных голов. Действительно, Ленин хорошо знает, что кратчайший путь к его цели лежит в пробуждении самых низменных чувств, самых низких звериных инстинктов недумающей массы. Петерим Сорокин. Записки из русского дневника. Небольшую надежду на то, что ситуация после революции изменится к лучшему, давали предстоящие выборы в учредительное собрание, которые проводились по всей России. Сорокин и его товарищи из Вологодской губернии получили около 90% всех голосов. Несмотря на депутатскую неприкосновенность, 2 января 1918 года Сорокина арестовали и обвинили в покушении на жизнь Ленина. Каждый день в камере он получал известие о гибели друзей. Угроза казни висела над ним постоянно. Не каждому в такой ситуации удавалось сохранить человеческий облик. В своей книге, посвященной революции, он как раз описывает февральские события и показывает, что революция не несет качественного изменения. Даже если количественные показатели, уровень жизни и так далее, они не способствуют созданию более гармоничного общества. И начинается его исследование по социокультурной динамике. Вот в социокультурной динамике он, можно сказать, уже становится еретиком по отношению к американской социологии. Некоторое время Сорокин вынужден скрываться от властей, но вскоре понял, что новая, пусть и неугодная власть крепка. Тогда-то он и пишет открытое нашумевшее письмо, опубликованное в ряде центральных газет, где констатирует фиаско эсеровской программы и заявляет о своем разрыве с этой партией и выходе из нее. На этом заострил внимание Ленин, написав известную статью «Ценные признания Петерима Сорокина». Она-то и послужила в дальнейшем основой для блокады ученого. Покончив с политикой, Сорокин сосредоточился целиком на научной и преподавательской деятельности. Он публикует статьи на наиболее актуальные темы того времени – война, голод, революция. Он сотрудничал с академиком Павловым, которые создали вот, общество по изучению общества, ну, по изучению социальных процессов. И вот эта идея о том, что есть здоровая тенденция в развитии, есть нездоровая, есть тенденции, которые приводят в тупик. Вот. С этой точки зрения была им создана уже впоследствии, вот уже когда он работал в Гарварде, в 1930 году он открыл или стал первым деканом Гарвардского факультета социологии. Можно даже сказать, что американская социология во многом обязана Петериму Александровичу, потому что это был
первое институционально, одно из первых институтов, который вот собрал, ну, можно сказать так, занят социологией. Летом 1922 года прокатилась война массовых арестов среди научной и творческой интеллигенции. В это же время Ленин остро ставит вопрос о необходимости контроля над содержанием курсов по общественным наукам. Буржуазную профессуру стали постепенно отстранять от преподавания и тем более от руководства наукой. Распространились слухи об арестах ученых и говорили, что собираются их не казнить, а просто выдворить за пределы страны. В обстановке затягивающейся петли на шее Сорокин предпочел депортацию. 23 сентября 1922 года Петерим Александрович и его жена навеки покинули страну. В Европе, затем и в Америке они с головой погрузились в научную и преподавательскую деятельность. Первые публикации о положении современной России в социологии революции вызвали бурное обсуждение. Находились пламенные поклонники и противники. Позднее темы его работ вышли за границу революции. Он продолжает вот те исследования, которые связаны вот с альтруизмом. Изучение тех условий, при которых у человека пробуждаются не эгоистические мотивы его поведения, а альтруистические, когда он способен жертвовать самим собой. Вот. И беда здесь Петерима Александровича была в том, что он вот спровоцировать человека на плохое поведение достаточно легко. Вот. Достаточно, допустим, объявить, что у нас есть определенная сумма денег, нам ее надо поделить и определить, кто из нас более достоин получить большую долю. И мы увидим, как в людях начнут очень быстро просыпаться не самые хорошие качества. Да. То есть это очень легко спровоцировать. Но спровоцировать человека на поведение, которое предполагает самопожертвование, его нельзя спрогнозировать. Сам Петерим Сорокин в годы Второй мировой войны принял активное участие в организации и деятельности Фонда помощи воюющей России. Это был благотворительный сбор денег и посылок с гуманитарной помощью. Одежда, медикаменты, предметы первой необходимости. И это несмотря на самое негативное отношение к нему и его семье в Советском Союзе. Сорокин ни доли секунды не сомневался в необходимости поддержки СССР в войне против фашизма. Нельзя, видимо, описать теорию альтруизма человеку, который сам не способен на жертву. Петериму Александровичу удалось создать две абсолютно интересных современности современному ученому миру, современному человеку, даже современным политикам, я бы сказал. Интересные две идеи. Вот эти вот, это идеи теории интегрализма его и теория философского альтруизма. Вот эти вот две вещи, или социального альтруизма, как если хотите, вот эти две вещи, они показывают, что не надо увлекаться рынком во всех сферах. Не надо думать, что рыночные отношения, как иногда мы думаем сегодня, вообще решают все проблемы. Нет, они иногда загоняют человека в угол. В конце войны он также организовал кампанию по сбору и отправке в Советскую Россию классической литературы. Главная цель ее была – заложить основу дружественных отношений между Советским Союзом и США. Это годы, когда он понял, что самое главное в жизни – это отношение людей друг к другу. Не противопоставление систем, классов. И он, высланный из Советской России, приговоренный к расстрелу в свое время, он сделал все для того, чтобы оказать всяческую помощь России, Советской России. То есть он организовал гуманитарную помощь, он делал в Америке все для того, чтобы помочь. И вот эта идея конвергентности, которая, ну, не им придумана, но она существовала, он, наверное, вот жизнь ему подсказала, что для того, чтобы сохранилась Земля, для того, чтобы сохранилось человечество, нужно, чтобы люди не воевали, вот самое главное. Так, в 1945 году Сорокин посвящает все свое время изучению способов предотвращения неминуемого уничтожения человека как вида. В результате появился исследовательский центр по созидательному альтруизму в Гарварде. Группа ученых доказывает на основе опыта и примеров, что ни демократия, ни религия сами по себе не способны спасти человеческое общество. Это может сделать только бескорыстная созидательная любовь. Несмотря на то, что наука, ну, то есть на какое-то могущество, кажущееся науке,
для Сорокина были вещи, которые носили такой сакральный смысл. То есть то, что наука не должна даже пытаться понять. Это вот, например, человеческие чувства и вот его отношение к любви. Тоже маленькая цитата. «Одно лишь ты забыл и не измерил улыбку детских грез, юность и любовь». Человек должен, по мнению Сорокина, быть, а не казаться, жить, а не существовать. То есть необходимо воплощать в реальность свои идеи, нести свет просвещения, помогать людям, любить искренне и чисто. Итак, все великие идеи Сорокина, доказанные опытным путем, иллюстрированные яркими примерами, признаны всеми. К большому сожалению, не реализованы почти нигде. Сознание правителей и масс еще не готово к их воплощению. Но каждый из нас в отдельности может делать то, о чем мечтал великий земляк. Дарить жизнь и добро, ценить красоту и любить бескорыстно.